Здравствуйте! При приобретении недвижимости вопросы о налогах являются самыми популярными. Таиланд является уникальной страной с этой точки зрения. Здесь отсутствуют ежегодные налоги на имущество. Существуют разовые пошлины, которые платятся в земельный департамент при смене собственника, то есть в момент продажи и покупки недвижимости. Размер этих сборов определяется формой собственности и продолжительностью владения. В целом максимальная ставка составляет 6,3% от стоимости квартиры. Но законом не сказано, кто оплачивает эту пошлину. Как правило, при приобретении недвижимости от застройщика продавец забирает на себя большую часть этого сбора. И покупателю остается оплатить до 2%, если недвижимость приобретается по фрихолду, и до 1%, если она приобретается по лизхолду. Если же вы владеете земельным участком, то существует годовой сбор, который составляет чуть больше $1 за владение одного рая земли. Данные сборы рассчитываются в земельном департаменте и определяются исходя из кадастровой стоимости объекта. Если же вы не знаете, что такое фрихолд или лизхолд, то переходите на наш сайт, либо заходите на наш YouTube-канал, там есть видео о формах собственности в Таиланде, где, собственно, и раскрываются эти понятия. На сегодня у меня все. Спасибо за ваше внимание, спасибо за просмотр. Не забывайте следить за обновлениями. До свидания.